Так, всем добрый день. Сегодня у нас последствия модернизации ноутбука. То есть прошло уже 11 месяцев. Ну и посмотрим, что с ним произошло за это время. Есть ли какие-то ухудшения работы твердотельного накопителя, простого жесткого диска на 1 терабайт. Ну и памяти, которые были заменены. Ну и в настоящее время успешно работают. Итак, давайте посмотрим, как ведет себя ноутбук, который был модернизирован 11 месяцев тому назад. Ну и в начале, то есть стандартная программка КПУ-Z, то есть о том, что данный ноутбук соответствует тому, который представлен на моем канале. Ну, здесь вот о процессоре, дальше кэш, материнская оплата соответствует, память, которую мы тоже меняли. Здесь Dual Mode, то есть стоит одна и та же планка в двух слотах. Так, ну и графические карты, которые здесь применяются. Так, вот основные характеристики модернизированного ноутбука. Так, давайте в стандартном приложении Crystal Disk Info проверим техническое состояние по прошествии 11 месяцев, то есть твердотельного накопителя. Вот здесь он представлен, как видим, состояние хорошее. Температурные характеристики. Стоит он на сериал ATA второй версии, хотя рассчитан на третью версию. Ну и уже количество часов использования свыше 2000. То есть пока на данный момент, то есть диск ведет себя нормально в рабочем состоянии. Ну и также давайте посмотрим, что из себя представляет диск, который мы установили с Аласки вместо DVD-привода. То есть это у нас Toshiba. Вот здесь уже наработка свыше 2200 часов. Так, данный диск — это сериал ATA второй версии. Ну и работает он в таком же режиме. Тоже по замечаниям на данный момент, по прошествии 11 месяцев, тоже никаких нету. Так, и давайте проверим на скорость записи чтения два диска. Начнем с твердотельного SanDisk. Что произошло по истечении 11 месяцев? Запускаем. Thank you.
Итак, мы видим состояние скорости чтения и записи твердотельного накопителя SanDisk по истечении 11 месяцев после модернизации ноутбука Toshiba H660-1EN. Так, ну и давайте проверим на одном из логических дисков техническое состояние обычного жесткого диска Toshiba на 1 терабайт тоже по истечении 11 месяцев. Да, и забыл я сказать, что SanDisk, то есть стоит на сериал ATA второй версии. То есть хотя он рассчитан на сериал ATA третий. То есть скорость будет ниже, по крайней мере, в два раза. Так, ну и приступаем к тесту жесткого диска на 1 терабайт Toshiba. Запускаем. Итак, мы увидели скорость чтения и скорость записи для обычного жесткого диска сериала ATA второй версии Toshiba на 1 терабайт. То есть вот представлены результаты, чтобы сопоставить с тем, что было 11 месяцев тому назад. Так, ну и давайте пробежимся быстро по еще одному тесту AIDA64 Extreme по модернизированному ноутбуку. Ну и посмотрим некоторые характеристики. Так, ну и этого, я думаю, достаточно. То есть тесты не будем проходить в связи с тем, что они повторяют те тесты, которые были 11 месяцев назад. Так, давайте еще один тест проведем. А именно, сколько страниц браузера Chrome можно открыть, ну, если имея память, вот, например, 8 гигабайт DDR3. Так, справа у нас будет диспетчер задач на вкладочке память, а слева мы
Откроем сейчас браузер Chrome, ну и возьмем одну страницу и будем ее размножать. Так, запускаем. Это стандартная страница. Так, ну вот мы открыли 35 страниц. Так, ну и видим, как ведет себя память. Так, ввиду того, что процессор загружен еще видеотемкой, практически на 100% съемка с экрана. Но, как видим, то есть память позволяет открывать еще страницы браузера. Так, ну вот они уже. Скашировались. То есть, ну и открыли 35 страниц браузера. Как видим, памяти еще хватает, то есть можно еще страниц 30-35 открыть, и никаких проблем не будет. Так, ну и процессор под загрузкой. Так, вот такие вот результаты по открытию страниц стандартных браузера. То есть если бы была память 4 гигабайта, то есть здесь произошел бы крах системы, то есть не удалось бы открыть столько страниц. Но благодаря 8 гигабайтам оперативной памяти, то есть мы свободно смогли открыть столько страниц.
Плюс еще, если бы не было загрузки ЦАП под видео с экрана, то открылись бы еще в 2 раза быстрее. И если не быстрее. Итак, давайте посмотрим на стандартную утилиту SanDisk по мониторингу твердотельного накопителя. Ну и что у нас произошло в течение 11 месяцев. То есть, как видим, состояние нормальное. Температурные характеристики тоже. То есть, как и говорил, то есть рассчитанный на сериал ATA 3 версии стоит он на 2. То есть, ну и скорость ниже в 2 раза. Ну и было замечено, что где-то в течение 4-4,5 месяцев срок службы падает на процент. То есть было изначально 100%, сейчас 98%. Не знаю, что это. Или перестраховка, или что. Но на данный момент вот такие вот результаты по истечении 11 месяцев эксплуатации. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Удачных модернизаций. Всем удачи. До следующих видео. До свидания.